Horror Ways. В предыдущей серии мы оказались в подвале того злосчастного дома, в котором мы нашли самые жесточайшие аппараты для казни в древние времена. И оказалось то, что там обитал какой-то маньяк до этого. И нам были продемонстрированы они, как и что. Точнее, как они действуют. Так, и в итоге мы перешли во вторую главу. Что нас здесь ждет? Увидим. Так, ладно. Ничего. Окей. У нас есть что-нибудь? У нас ни факела, ни хера нет у нас. Блять. Блять! Куда нам идти? Я что-то пока... Пока что я не понимаю. Ага. Возможно, туда. Погоди-ка. Шестеренка. Сюда ее применить нельзя. Нет. Так. Нет. Скорее всего, нам... Не знаю, надо туда или нет вообще. Нужно ли нам это? Что-то я, скорее всего, нет. Я сомневаюсь. Что нам делать тогда? Может, и с этой стороны такая же статуйка стоит? Сделать здесь. А, может, я чего-то... Блять, звуки. Может, я чего-то не вижу. Да нет, он просто не прыгает в эти камни, блять. И все. То есть на те он ко мне прыгает. И все. Дальше никак. Понятно. Так. Нет. А, вот оно что. Отлично. Да, прошли. Здесь ничего нет вроде. Погоди. Да здесь вроде ничего. А. Лево, право. Нет, тут мы не перейдем никак. Так что пойдем направо. Еще одно сооружение какое-то. Нам нужно найти ключ. Будем искать. Понятно. Ключ, наверное, в том проходе. The personality of this. Mm-hmm.
пройдем сюда. Да, местность большая. Отлично, что-то нашли. Перепрыгнуть у нас нет, не получится. Ты гонишь такую хуйню. Я не знаю, как он ее тащит, если честно. Так, там какой-то проход, но мы пока туда не пойдем. Давайте вот сюда. Эту еще оттащим. Что за хуйня? Что за приколы? У меня больше ничего же нету. Бля, верни меня назад. Я не хочу туда идти. Отлично. Какие-то
какие-то статуи богов, видимо. Они пошли туда сходу сначала. Так, давайте куда-нибудь спиздим. А, дай ключ.
Так что теперь сюда идем и пропрыгиваем. Пропрыгнули. Да, с прыжками всегда беда была. Назад. Сколько у нас частей там? Раз, два. Подожди. Три. По сути, три части у нас каких-то собраны. Пардон. Что-нибудь ты вставишь сюда, блядь. Thank you.
нет, смотрите-ки. Смотрите-ки. Не зря я взял вторую. Или что? Так. Так. И все, у меня только такие остались. Две, что ли, надо? А, еще сюда надо. Ёпты. Погоди, нет. Давай заберем одну. Бля, забрать нельзя уже, что ли? Блять. Ёпта. Ну как нельзя-то? Ты гонишь. Спешил, конечно, да. Так, вообще, давайте закончим эту серию. Потому что, я думаю, мне придется сейчас назад возвращаться по времени. Уже нормально мы так с вами играем. Ладно, на этом тогда серию закончу я. Всем спасибо за просмотр. С вами был Женек. Подписывайтесь на канал. Всего доброго.